называется «Пара, в которой трое». Наше шоу все-таки как-то пара, в которых двое. А это что такое? Объясните просто, а то, знаете, недопонимание. Это рекламный ход. Мы, конечно же, вдвое. Вы в Швеции издали эту книжку, нет? Нет, мы издали ее в России. Просто всем известна пара Бестемьянова и Букин. И... Сейчас я вместо него здесь. Да, это наша любимая семейная шутка. Каждый раз, когда мы куда-нибудь ходим, и кто-то говорит Наталья Бестемьянова, Игорь тут же говорит, и Андрей Букин, чтобы не ошиблись. Да. Поэтому книгу так назвали. Мы переходим, в принципе, к состязанию. Ужас. Игорь. Я вас попрошу посетить наш террариум. Вау. Да. Это место, где забывается все. Мечты, счастье. Главное, что вы там не видите и не слышите нас. Абсолютно. Но для того, чтобы ничего не видеть и не слышать, там есть прекрасные такие гламурные штучки в виде очков и наушников. Итак, первый вопрос. Представьте себе прекрасный субботний вечер 1984 года. Из окон слышны песни Софии Ротару и Як Йолы. Вы дома с мужем. Теперь вопрос. Что бы вы предпочли делать тогда? Смотреть телевизор, заниматься любовью, общаться с друзьями, сытно поужинать или пойти на спортивную тренировку? Там нет ответа нужного. Нет. А это не важно. Мы поиграли в шахматы. Приняли? Ответ приняли. Да. Хорошо. А теперь представьте, сегодняшний день, звучит уже только София Ротару. Что бы вы сделали? Перечисляю. Просмотрели бы телевизор, занялись бы любовью, пообщались бы с друзьями, поужинали бы сытно. Ну, прямо язык чешется сказать, поиграли бы в шахматы. Пообщались бы с друзьями. Что так изменилось за 25 что лет? Что с шахматами? Что случилось с шахматами? Я не знаю, мы почему перестали играть в шахматы. То есть пообщались бы с друзьями. Мы продолжаем заниматься любовью. Шахматы больше не играем, да? Мужчины-ковбои, говорят, сыграли решающую роль в жизни Натальи Бестемьяновой. Эта женщина разбирается в ковбоях почти так же, как и я. Итак, вопрос. Кто никогда не был ковбоем? Это Сергей Жигунов. Это Брэд Питт. Томми Ли Джонс. Хороший ракурс. Похож на Брэда Питта, но плохо выглядящий. Игорь Бобрин. Похож на Игоря Бобрина. И Клинт Иствуд. Я сейчас должна выбрать между Сергеем Жигуновым и Брэдом Питтом. Кто-то из них. Наверное, Жигунов никогда не был ковбоем. Ах, он играл, причем соленый ковбой. Я злорадно хихикаю. Хорошо, ваш ответ. Вы знаете как? Это тот случай, когда если ошибетесь и вы, и Игорь, он, да. Это будет нормально. Сейчас ему моргать буду всеми. Назови, какой фильм был. Со мной? Да. «Сердца трех». Ой, это было так давно, она уже забыла, не сразу ответила. Игорь? Получилось? Мы теряем его, подождите. Игорь? Вы слышите меня, Игорь? Да, сейчас слышу. Хорошо, я испугался просто, я отвечал вам, Игорь, выходите, а вы не отвечаете. Выходите к нам. Выходите. Итак, представьте себе тихий субботний вечер 1984 года. Это 25 лет назад. Из окон слышны песни Софии Ротару и Яко Йолы. Вы с женой дома. Чем бы вы тогда предпочли заняться? Просмотром телевизора, любовью, болтовней и пивом с друзьями. Смогли бы объесться до отвала или заняться спортом? Есть еще один вариант. Придется играть в шахматы. 100% я выберу один ответ, зная те далекие времена, вспоминая их уже. Я отвечу, что мы бы с Наташей партеечку бы в шахматы расписали. Да! Я просто помню эти шахматные баталии, да. Хотя, может быть, хотелось заняться чем-то другим. То есть шахматы отвлекали вас. Сейчас, сегодняшний день, опять вы просто сидите дома. Хороший вечер, замечательный. И чем бы вы занялись? Например, телевизор посмотрели бы, занялись бы любовью, в конце концов, через 25 лет. Встретились бы с друзьями, пообедали, то есть поужинали бы сытно, так вкусно, или пошли бы на тренировку. Субботний вечер. Сегодня. Субботний вечер. Ну, субботний вечер, во-первых... Если бы я сытно пообедал, то я бы на тренировку уже не пошел. Так.
А какой ответ вы выбираете? А какой у вас второй? Второй был заняться любовью, честно говоря. Ну, не мешало бы. Занялись бы. А, Наталья ответила, что она бы просто пошла бы с друзьями пообщаться. С вами вместе, кстати. Итак, последний вопрос. Кто никогда не был ковбоем? Не играл ковбоя из представленных на экране актеров. Это Сергей Жигунов смотрит на нас. Это Брэд Питт. Томми Ли Джонс. Игорь Бобрин. Или Клинт Иствуд. Я иногда с утра забываю, как меня зовут. А здесь только фамилии. Вас зовут Игорь. Угу. Вопрос, кто никогда не играл? Ковбоя. Да. Ну вот, первый товарищ меня что-то... Не помню я его. Сергей ковбоем. Жигунов его фамилия. Да. По-моему, Сережа ковбоем не был. Есть! Ответы у вас совпали, а это самое главное. Итак, в первом туре вы набрали... Два точных совпадения. Два очка. Спасибо. До встречи во втором туре. Мы желаем вам удачи. Спасибо. Счастливо. Мы уходим на рекламу.